сильные моли страшной войне, потому что беспокоимся о будущем. Мы вечно в долгу перед ними, потому что за нашу жизнь они заплатили своими страданиями, своей кровью. И отдать этот долг можно только памятью и уважением. Я не напрасно беспокоюсь, чтоб не забылась та война. Ведь эта память — наша совесть. Она как сила нам нужна. Твоя беспощадно вторгалась в детство, калечила юность, повергала в отчаяние стариков. Враги бомбили наши города и села с самолетом, стреляли из танков, пушек и пулеметов. Вражеские солдаты захватывали наши города. Школьники зарабатывали деньги в фотоаппарат, собирали теплые вещи для фронтовиков, работали на военных заводах, дежурили на крышах домов при воздушных налетах, работали на колхозных полях, на госпиталях, организовывали концерты для раненых воинов. Ваши прабабушки, прадедушки ушли на войну. Тогда они были очень молоденькими. Вчерашние школьники надевали на себя гимнастерки, сапоги и тоже уходили на фронт. В суровые дни войны рядом со взрослыми сражались дети. В тылу самоотверженно работали для фронта. На фронте сражались за тех, кто остался дома. Гитлеровцы разрушили и сожгли сотни городов, десятки тысяч населенных пунктов. Они совершали неслыханные зверства. Нас было 8 человек. Нас всех убили. Я самый старший. Мне 12 было. Максим мне 26. Он самый малый. Мы помогали нашим партизанам. А нас собрали всем судом уже. Хотели, чтобы выдали по полу. Со мной мать была, сестренка Полина. Ей годик. Мы все боялись смерти. Но не было предателей среди нас. И нас сожгли, закрывшись в церковь. Мы живым и не дожившим детям той большой неправильной войны. Если бы захотели почтить минутой молчания каждого ребенка войны, то человечество пришло бы замолчать на 25 лет. Вдумайтесь в эти цифры. Каждый день теряли 9168 детей. Каждую минуту 6 детей. Один ребенок каждые 10 секунд. Скольких маленьких лесом встревоженных,
Тайно ходила по трофам из кожаным. Страшно, наверное, было идти. Важно записку прижать на груди. На голове вместо кепок папахи, вместо панамок тугие платки. И гимнастерки, а не рубахи, туфли сменили на сапоги. Сердце ребенка кипело от злобы. Вместо улыбок они вновь и вновь в жизни своей рисковали так, чтобы мир на земле воцарил и любовь. Уходить в чистом поле было некуда, да и возможности не было. Я был тяжело ранен.
Пока были патроны, я держал оборону. А как только магазин опустел, взял в руки свое последнее оружие. Две гранаты, которые с пояса не срывали. Одну кинул немцу, по одну оставил. Как только враги подошли совсем близко, подорвал их вместе с собой. В мае 1944 года парад погиб. Ему присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Меня зовут Юта. Летом 1941 года я приехала на каникулы в деревню Ростовскую. Здесь и настигла меня война. Я начала помогать партизанам. Сначала была звездой, потом разведчицей. Переодевшись мальчишкой и нищим, я собирала сведения по деревням. Где штаб фашистов, как охраняется, сколько пулеметов. Юта пала смертью храбрых. Родина наградила свою героическую дочь посмертной медалью партизана Отечественной войны первой степени и орденом Отечественной войны первой степени. Когда мое родное село Лукино захватил враг, я ушел к партизанам. Не раз ходил в разведку, приносил важные сведения в партизанский отряд. И летели под откос вражеские поезда, машины, рушились мосты, горели вражеские склады. Однажды мне удалось подбить гранатой машину. Из нее вырвался немецкий генерал с портфелем в руках. И, отстреливаясь, бросился бежать. Я за ним. Почти километр я преследовал врага. И, наконец, убил его. В портфеле оказались все очень важные документы. Штаб партизан немедленно переправил их с района в Москву. Немало было еще боев в его недолгой жизни. И не раз не дрогнул юный герой, сражавшийся плечом к плечу со взрослыми. Он погиб под селом Острая Лука зимой 1943 года. Лёне Голикову было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Шумела гроза над землей, ужали мальчишки в бою. Знает народ, пионеры-герои навечно остались в строю. Зина Портнова, Лёня Голиков, Валя Котик и многие другие ребята стали героями Советского Союза. В их честь названы корабли. Невозможно перечислить всех наших рано повзрослевших солдат Второй мировой. Но при одной мысли о том, что они совершили во имя победы, в свои 12-17 лет захлестывает гордость за страну, воспитавшую таких героев. Кажется, нигде в мировой истории не зафиксировано такого массового героизма детей и подростков, как в Советской России во время Великой Отечественной войны. Юные, совсем юные, мальчишки и девчонки, те, кому в 41-м было чуть больше, чем вам сегодня, те, кто на груди с гордостью носил пионерский галстук или комсомольский значок, совершили бессмертные подвиги. Наша Донская земля тоже помнит пионеров-героев. Витю Черевичкина, Женю Репко, Сашу Чапанова, Эдика Кожмайлова и имена пятерых Сурьяновской улицы. Каждый из этих мальчиков совершил свой подвиг во спасение родного города, Донского края и огромной родины. За боевые заслуги в схватке с котельной строгами многие пионеры награждены орденами. Мы будем вас помнить и в сердце хранить героев своих имен. Вы жили, сражались, смогли победить, чтоб вами гордилась страна. Победа досталась нашей родине дорогой ценой. Миллионы ее детей остались навечно лежать в земле. Они выполнили свой долг до конца. Мы склоняем головы перед их светлой памятью. Мы будем вечно вспоминать героев тех времен, кто жизни не жалел, забыв покой и сон. Тех, кто пришел домой цел и невредим, кто знал, что ждут его, и знал, что победим. Вечная память погибшим, вечная слава живым. Две страницы календаря. 22 июня. И 9 мая. Два дня жизни нашей Родины. Они отмечены на календаре разными цветами. Один черный, ощетинившийся штыками и падающими ногами. Другой красный, с переливами радуг победного салюта и символами воинской доблести и славы. Они так и называются. День памяти и скорби. День начала войны. И 9 мая. Праздник Победы.
Посвященный 74-й годовщине Великой Победе, объявляется